Всем большой привет подписчикам, любителям природы. Поход в лес осенний, это вторая половина августа, и после засухи, у нас она была очень долго, и обильных первых дождей, попал я на волну с белыми грибами. Они только-только пошли. Я сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот беленький гриб торчит, молодой, еще не распустившийся. Прямо рядышком с моим рюкзаком еще беленький гриб. Боровичок. В зоне видимости еще я видел около 5 штук. Вот такой вот грибок. Рядышком еще в метре от него совсем юный, так сказать, гриб беленький. И вот он, самая радость грибника. Сейчас я его срежу, покажу поближе. Вот такая вот у него нога. Вот он, чистенький, абсолютно. А подшляпочное пространство, губка, она только-только начала чуть желтеть. Нога очень толстая. Это белый гриб, считается гриб высшей категории. Идет во все виды кулинарной обработки. Сушка, засолка, жарка, варка. И является мечтой грибника. В этом году это первая волна, у нас их не было. Вот сейчас я думаю, что наберу достаточно много вот таких вот красавцев по своим местам. А это сосняк, а не сосняк, то он перемешку и сосняк, и березняк здесь вот. Весной я набирал здесь сморчки, сморчковые шапочки. Но вот такие красавцы впервые. Спасибо всем за внимание. Зову вас всех на природу.